Thank you.
раба о Понтии Пилате. Мессир, это не наша юрисдикция. Любовь выскочила перед ними, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила сразу обоих. Если бы этого не произошло, она бы умерла, потому что жизнь была ее пуста. Я принимаю твой вызов! Пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат. Роман летит к концу, и я уже знаю, что последними словами будут пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат. Роман, несет тебе славу. Ты мастер. Моя драма в том, что у меня есть муж, которого я не люблю. Напортить ему жизнь, считаю дело недостойным. Я все расскажу ему, Алекс. И мы будем вместе навсегда. Милый мастер, мне пора. За окном густеет вечер. Наш роман судьбы игра. Знаком тайны он отмечен. Я вас прошу не губить роман! Ты меня словесный шлак!
Написанный бред, это вам мой последний совет. Неужто похоже, что правда степень сказки нас не обманешь? Вы приделаете еще слишком рано. Может быть, стоит прочесть роман заново? Нам, Масталина, приказ уже дан. Я вас прошу, не губите роман. Слава Любога! Иисус вопрос! Мы вам не позволим издать роман. Следует сжечь рукописный бред. Это вам мой последний совет. Вы прикрывались маской писателя. Антисоветчик похуже предателя. Я вовсе не думал идти против власти. Это поклёп, слово мастер. Слава богу, приказ уже дан. Я вас прошу, не губите роман. Труд ваш словно пасквиль, но не пройдет. Мы вам не позволим смутить. Желтый дом скорби, вот ваш финал. Я же знал, никому не желал. Будет чем заняться вам в том раю. Только не губите роман, молю. Не бывать, говорю в третий раз, так и знай.